Решили приготовить мясное блюдо? Тогда воспользуйтесь рецептом отварной говядины, которая замечательно получается в собственном соку. Она мягкая, сочная, с ароматом трав, которые подчеркивают ее вкус. У большинства хозяек есть свой способ, как приготовить говядину отварную в собственном соку. Но этот рецепт покоряет своей простотой и доступностью. Фактически все, что требуется для его воплощения на домашней кухне, это кусок говядины и зелень. Дальше мультиварка завершит процесс. Обратите внимание, что время приготовления приблизительное и зависит от марки той мультиварки, которая стоит на вашей кухне. Блюдо получается нежным, пропитанным собственным соком говядины и зелени. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Возьмите мякоть говядины, тщательно помойте ее в холодной воде, бумажным полотенцем промокните от лишней влаги, нарежьте тонкими кусочками, заложите в чашу мультиварки, затем поперчите и посолите, по вкусу, полейте бальзамическим уксусом. 2. Луковицу очистите от шелухи, затем нарежьте полукольцами, предварительно обмойте холодной водой, помойте и нарежьте кинзу, положите их поверх мяса. 3. Помойте зеленый лук и веточки петрушки, укропа, затем мелко нарежьте зелень, выложите ее в чашу мультиварки сверху слоя лука с кинзой, слегка посолите, накройте крышкой и включите мультиварку на 1 час, установив функции тушить. 4. Когда говядина в собственном соку приготовится, перемешайте ее и подавайте к столу с гарниром, овощами, свежей зеленью. Подписавшимся, больше вкусностей. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Говядина нежирная, 700 грамм. Бальзамический уксус, 3 столовые ложки. Перец черный молотый, по вкусу. Лук репчатый, 2 штуки. Зелень, 3 пучка. Кинза, укроп, петрушка, лук. Соль, по вкусу. Количество порций, 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем добра, заходите еще.